Далее. Так, ну такое начало, в принципе. Хотя, раз-два. Не, мы хотим что-то поактивнее. Хотя 1-2 и тоже нормально. Мы же играем против Чалис все-таки. Поэтому, как вариант, можно и кипануть. Вначале поставимся, а там, в принципе, уже все цвета есть. Будем надеяться, что нам будут просто кричи приходить. Сейчас нам надо его побыстрее напинать как бы до Харшула, а там уже и с эгиды выводить этих. У нас уже есть, в принципе, 6 маны накотано. Наверное, у нее Чалис есть, раз он дает пробить. Привет, привет. Еще стратегайс. Окей, если он не отдает, пропускает урон, это радует. Конечно, неохота использовать монумент, там, ванквиши, эленчойсы и так далее. Предлагаю пока просто давить, по чуть-чуть. Да, никаких ансин команда, ничего. Сейчас. Пока просто взлетаем и по максимуму. Пауэром найдем земельку, просто чтобы была. И, наверное, уже можно, например, на Вальку и дальше прессинговать. Надо как с двумя справиться. И маршалом стал теперь. Ну да, тут. Тут у нас просто эти два лютона. Да, просто здесь. Сюда. Нам главное по воздуху его долетать. Что, в принципе, удалось. Да, привет, 13-й. Давайте посмотрим. Нам здесь нужно много протектов. Нам не нужны штормы. Нам здесь не нужны полиморфы. Нам здесь не нужны инвигорейты. Я думаю, нам здесь не нужны ванквиши вообще. Мне кажется, нам вообще здесь ничего. Нам надо просто быстро задавить. Как-то так. Скорее всего, так и будет.
здесь вейкиперы, вот в чем вопрос. Возможно, можно раскатчик оставить. Хотя вейкиперы тоже взлетят. Но не сразу. За две маны еще одна раскачка. Не, просто надо максимум урона и все. Мне кажется, это нормально будет. Давайте попробуем. Да, делать надо то, что... Чё увидел, что хочешь, тут не важно. Все время накрафтишь что-нибудь себе. Сначала одно, потом другое, вообще не важно. Ты же играешь в удовольствие здесь. Против нас, ну, конечно, можно Асу выставить, Reign of Rogue, Great Parliament. По идее, у нас Кричи сильнее, поэтому можно чисто на раскачивать без всяких ванкиш и без всяких постараться. Ужасная рука. Нам нужны просто кричи, кричи и давить. Это тоже уже плохая рука очень. А ты, ням, что, сыграл уже так быстро, что ли, сидишь? Вот тут у него уже получше все. Он и первый ходит, и у меня крич нету. О, райдер пришел, это радует. Понятно. Первую как сыграли. О, уже чалис начался. Отлично. Быстро он до него добрался. Теперь главное Асу не поймать. И у нас этот просто под двумя протектами будет летать. Дают нам пока время, это радует. Да, уводим кричик. У нас, в принципе, вообще хорошо. Не, зачем? Белая. 1-1, который... С амбушем выпрыгивает. Достаточно до 3 мана 1-1 засад яд. Отлично. Запротектились. Запротектились. На следующий ход у меня взлетает, это довольно хорошо. Хотя, наверное, зря я, может, потратил два протекта в одного котона.
Не, в сайде она у него есть. Может, конечно, надо было отдать второй просто. Просто один протек бы, и все было бы нормально. С другой стороны, у него урон пронести надо. Вдруг у него и нет ничего. У него аж 4 осы в сайдборде. Но он их не достал. Продавили.